На Попаснянском артиллерия работает в круглосуточном режиме. Появилась информация, что в ночное время суток ВСУ предприняла попытку контратаковать позиции ЛНР. И вот теперь САУ пытаются отодвинуть украинских силовиков назад. По 5 снарядов, по 5! Беглым огонь! Жители прифронтовых поселков, как правило, вечерами гасят свет, никаких семейных ужинов, никакого просмотра телевизора, сплошная темнота, а при необходимости приходится и вовсе переходить в подвалы. Я понимаю, что вам приходится вот в таких условиях ночевать постоянно? Да, когда сильные обстрелы, мы ночуем в подвале. И как вам тут, не холодно? Холодно. Ну, берем одеяло, укрываемся, одеваемся. Угу. Да. Когда сильные обстрелы, да, мы ночуем в подвале.